кладбище фестиваля общественных организаций «Вместе мы сила!» Председатель общественно-культурного содействия города Долгопрудного. Сегодняшний фестиваль – это большой праздник для всех, кто любит наш город и всегда готов активно участвовать в добрых делах. Каждая представленная сегодня общественная организация – это тот состав людей города Долгопрудного, который является примером патриотизма, гуманного отношения к людям, стремления созидать, творить, мотивации к совершению добрых, социально значимых, важных дел. Ура второму фестивалю общественных организаций города Долгопрудного! Спасибо! В городе зарегистрировано более 180 общественных организаций разной направленности. Политические партии, профсоюзы, спортивные организации, религиозные организации и много других организаций. Центр культурно-общественных связей работает с 28 общественными организациями социальной направленности. Общественные организации города Долгопрудного. Долгопрудненская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель Дроздов Владимир Петрович. Общественная организация ветеранов «Боевое братство». Председатель правления Кабанец Александр Викторович. Долгопрудненская городская организация «Всероссийское общество инвалидов». Председатель Олейникова Раиса Николаевна. Долгопрудненская организация «Общероссийская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль Россия». Общественная организация «Российский Красный Крест». Общественная организация «Союз женщин Подмосковья». Общественная организация «Союз пенсионеров Подмосковья». Председатель Борисова Наталья Игоревна. Женсовет города Долгопрудный. Председатель хозяинов Галина Степановна. Долгопрудненская городская организация «Дети блокадного Ленинграда» 1941-44 годов. Председатель Салимова Лорна Михайловна. Общественная организация «Жертв незаконных политических репрессий». Председатель Беликова Нелли Яковлевна. Долгопрудненское отделение комитета солдатских матерей Московской области. Председатель Ефремова Людмила Ивановна. Ассоциация многодетных семей города Долгопрудного. Председателем ордена Жанна Иннокентьевна. Общество ветеранов-дирижаблистов и членов их семей. Председатель Новикова Наталья Георгиевна. Долгопрудненское городское краеведческое общество, председатель Карпов Николай Степанович. Долгопрудненская городская казачья организация, председатель Дорофеев Владимир Михайлович. Московская областная региональная общественная организация молодых инвалидов и семей с детьми инвалидами «От сердца к сердцу», председатель Малышева Ольга Сергеевна. Долгопрудненская городская общественная организация малолетних узников фашистских концлагерей. Председатель Мамохина Тамара Тимофеевна. Долгопрудненская городская общественная организация «Дети войны Долгопрудный». Председатель Белых Тамара Тихоновна. Культурно-просветительский центр «Луис». Директор Худовердян Сусанна Армаисовна. Московская областная спортивно-кинологическая общественная организация «Десятый легион». Председатель Костромин Андрей Вячеславович. Азербайджанская национальная культурная автономия Долгопрудного. Председатель Нагиев Намус Ильдар Оглы. Городская общественная организация «Клуб любителей театра «Театральный дом». Председатель Афонина Татьяна Викторовна. Общественно-спортивно-оздоровительная организация «Шаги здоровья». Председатель Будко Елена Викторовна. Местное отделение регионального отделения Российского военно-исторического общества Московской области в городском округе Долгопрудный. Председатель Нечаева Ирина Владимировна.
Друзья, общественные организации участвуют во всех областных и городских мероприятиях. Активно участвуют в ежегодной премии губернатора нашей Подмосковья, в премии главы города. И победителями премии губернатора этого года стали... Ассоциация многодетных семей города Долгопрудного, председатель Морлина Жанна Иннокентьевна. Долгопрудинская городская организация, Московская областная организация, Общероссийская общественная организация, Всероссийское общество инвалидов, председатель Олейникова Раиса Николаевна. Долгопрудинское городское казачье общество, атаман Дорофеев Владимир Михайлович. Городская общественная организация, клуб любителей театра, Театральный дом, председатель Афонина Татьяна Викторовна. Московская областная спортивно-кинологическая общественная организация «Десятый легион», председатель Костромин Андрей Вячеславович. Это победители премии губернатора этого года. Поздравляем эти организации, поздравляем их участников и руководителей. Так держать, только вперед, организации города Долгопрудный.